Всем привет! Он нас уже тут на нашем лето, соответственно, сезон отпусков, соответственно, какие-то перелеты. И в связи с этим я бы хотела с вами сегодня поговорить о перелетах. Как вы знаете, я достаточно часто летаю по делам и по своим семейным делам, и поездки, связанные с работой моего молодого человека. И, соответственно, у меня уже выработались свои какие-то определенные правила для того, чтобы перелеты, которые происходят иногда чаще, иногда реже, наносили как можно меньше ущерб моему организму. Плюс еще должна признаться, что был у меня в молодости период, по-моему, было мне лет 19-20, если я не ошибаюсь. Я проработала целый год стюардессой на международных рейсах в авиакомпании Transaero, которая, собственно, на данный момент уже не существует. Время было интересное. Тогда я летала прям вот постоянно. И с того времени у меня тоже остались несколько лайфхаков, несколько небольших секретов, которыми я с удовольствием с вами поделюсь. Так, оставайтесь, пожалуйста, со мной. Впереди еще, как я обычно говорю, очень-очень много интересного. О том, как я ухаживаю за своей кожей во время перелета, я вам уже не раз говорила. Я, как правило, если у меня предстоит перелет, наношу на свою кожу капсулку доктора Грандель с гиалуроновой кислотой. Показывать их сейчас не буду, потому что, правда, уже во многих видео о них рассказывала. Вот ссылочка на одно из подобных видео. Собственно, вот капсулку с монодозой гиалуроновой кислоты я обильно наношу на все свое лицо и на зону шеи по возможности, если у меня хотя бы немножко осталось. И перелеты я стараюсь не использовать и не наносить никакой тяжелый макияж. Если мне хочется чуть откорректировать тон моего лица, то я, как правило, буду пользоваться либо BB-кремом, либо Tinted Moisturizer. Вот тот, который от La Mer у меня есть, он мне очень-очень нравится, который, помимо того, что будет немножко корректировать тон моей кожи, все-таки в первую очередь будет ее увлажнять и защищать от сухого воздуха во время перелета. Не секрет, что в самолете действительно воздух очень-очень сухой, и как только вы попадаете на борт самолета, вы попадаете под кондиционеры самолетные, и вот, собственно, ваша кожа в этот момент начинает страдать и переживать. Какие правила у меня есть для того, чтобы максимально комфортно перенести перелет? Первое – это удобная обувь. Никаких каблуков, ни в какие перелеты я никогда не одеваю. То есть это максимально удобная обувь, это может быть в зимний период либо Уги, либо Тимберленды, либо кеды или кроссовки в летний период, ну, максимум балетки или шлепки. При этом, если обувь на шнуровке, то обязательно зайдя на борт самолета и сев в свое кресло, собственно, пристегнув ремень, я обязательно расшнуровываю обувь для того, чтобы моей ноге, моей ступне было комфортно, чтобы ничего ее не пережимало, не передавливало, и чтобы кровоток шел без каких-либо проблем и ограничений. Второе. Я обязательно, как только захожу на борт самолета, собственно, пристегиваюсь, перевожу мой телефон в авиарежим, я обязательно наношу на кожу своих рук какой-нибудь жирненький крем. Такой вот жирный, питательный, с достаточно высоким содержанием всяких масел. Для этого у меня есть замечательный крем от L'Occitane с маслом карите, который я также вожу с собой, который всегда ездит в моей сумочке. Про этот крем ссылочка на видео вот тут вот. И, собственно, после того, как я нанесла на свои ручки увлажняющий крем, я, как правило, сбрызгиваю мое лицо либо термальной водой, либо специальной водичкой, которую я купила недавно. Это увлажняющая водичка от Urban Decay, увлажняющий такой мист, который тоже очень-очень приятный. Понимаю, что, конечно, в последнее время совсем обленилась, поэтому, собственно, сбегала за всеми этими средствами. Итак, средства от доктора Грандель. Вот они, те самые волшебные капсулки с гиалуроновой кислотой. Вот, собственно, я беру одну, достаю, откручиваю ей носик, и вот это вот я наношу на свое лицо, как мое дневное увлажнение, как мой базовый дневной крем перед тем, как зайти на борт самолета. Дальше. Крем для рук от L'Occitane с маслом ши. 20%. Вот его я обильненько наношу на свои ручки. Туба маленькая, очень удобная. Со мной постоянно ездит в моей сумочке. Я периодически ее, когда она у меня заканчивается, новую покупаю в Duty Free. Отличное средство для того, чтобы, собственно, ваши ручки оставались такие же молодые и ухоженные всегда. Дальше, то, что касается термальной водички. Вот, собственно, термальную водичку, вы знаете, в самолет пускают объемом не больше 100 мл с собой в салон. Поэтому есть вот такой вот малыш от La Roche-Posay. Собственно, ну, классическая термальная водичка. Такая вот, которую встряхиваешь и вот так вот, оп.
фонтанчик, собственно, наносишь на свое лицо. Либо у меня есть еще вот такая вот отличная Vitamin Infused Complexion Prep Spray Redness Reducing, Pore Minimizing, Oil Absorbing. Вот такая вот B6 водичка, это Urban Decay совместно с маркой Skindinavia. Здесь объем у нас 118 мл. Она так вот очень-очень приятно пахнет. Здесь один колпачок, потом второй колпачок. Ну, вот в данном случае 118 мл это мой домашний объем. Она еще есть в объеме 30 мл, по-моему, как раз вот для того, чтобы возить ее с собой в самолет. Тоже очень-очень неплохая. Собственно, такие вот хорошие витаминки увлажнения для вашего лица в полете.